Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Демастер, и сегодня вместе с вами, дорогие друзья, с вами Эльф Демастер, и мы, ребятки, поиграем с вами в новый режим на Hive MC, который называется Christmas Quest. Я уже разочек сыграл, чтобы понять, что здесь, да, что да как, почем, всего, видите, один раз, видите, у меня одна игра сыграна и одна победа. Повезло, выиграл, на самом деле ничего сложного не было, там вселенного практически тащил, у нас там половина чуваков ливнула, поэтому сейчас ждем, когда начнется игра. Я пока расскажу, что это за мини-режим. Что такое за мини-режим? Он достаточно простой и минимально соревновательный. То есть, по факту, здесь никакого соревнования нет. Вот, но в любом случае, здесь нам нужно спасти Санту. Санта-Клауса похитил кто-то. Кто же его похитил-то? Я не знаю. На самом деле, я уже знаю, кто его похитил. Но не в этом суть. Суть в том, что, типа, вот, кто-то похитил Санта-Клауса. Вот, и мы будем расследовать это дело. Здесь все это сделано в виде синематика. То есть, нам будут рассказывать на английском языке. Я, наверное, даже оставлю voice. Даже на видео будет все слышно. Для того, чтобы вам тоже было немножечко атмосферно. Возможно, вы не знаете английский язык, и вам будет пофиг, как мне, в принципе. Ну, я частично понимаю, о чем там говорят. Поэтому мне, в принципе, будет норм. Ну и для тех, кто слабо, более-менее мало знает хотя бы хоть чуть-чуть английский язык, для них тоже будет нормально. Кстати, я прошел только что паркур, нифига себе. Вот, но он был достаточно простым. Вот видите, там две девочки, эльфички. На самом деле, может, это трэпы, но неважно. В общем-то, я, видите, парень-эльф, да, парень-эльф. И я сегодня буду, значит, спасать своего Санту, потому что, ну, куда же я без Санты? Санта же мой этот, прям, батька, прям. Так, где же там, давайте, все, история сейчас начнется. Сейчас нам покажут всю эту историю. Ночь перед нулей, что-то произошло. Ладно, не буду переводить, забить. Слишком быстро он говорит. Где ты, Санта? Сказали все эльфы. Какая-то записка около его кресла, короче. Если хотите вернуть Санту, приходите ко мне на север, вроде бы, от Гринча. И нас всего четверо сейчас. Ой, будет сложно, на самом деле, потому что когда мы играли, нас было сначала 6, там зачистили. В общем-то, первая у нас локация, эти 4 чека. Мы сюда заходим, и мы должны сделать выбор. Deadly Parkour or the Mobs in the Snow? Ну, давайте я выберу... Давайте Deadly Parkour выберу. Я в паркуре хорош. Они чуть-чуть выбрали Форест, а я хотел Deadly Parkour. Ладно, окей, мы сейчас должны убивать мобов, короче. Наша задача убить всех монстров, короче, здесь. Всех монстров, которые здесь есть. Потому что монстры мешают нам дойти до Санты. Хотя Deadly Parkour, на самом деле, нифига не Deadly там. На самом деле, изи паркур. Вот, но давайте монстров убивать. Прости, но те, кто бегут вперед, они на самом деле дурачки. Может, они сейчас наспавнят слишком много монстров, и те нас загасят. Надо постепенно идешь, только монстров постепенненько убиваешь. А вот чувак побежал, смотрите, у нас один в команде чувак, он просто решил убежать до конца. И это ошибка. Потому что нужно всех монстров все равно в любом случае убивать. И лучше убивать их с помощью криперов. Криперы взрываются, убивают всех, я так и делаю. Это называется тактика галактика. Так, давайте, видимо, мобов left 32, их все меньше и меньше. Вот втроем остались, здесь втроем убиваем. Либо у нас чувак, конечно, сдох, либо он все-таки бежит вперед и отспавнивает мобов. Но мне кажется, его уже убили, он добегался. А нет, все-таки он вернулся сюда, видите, он здесь стоит, нас ждал или что? Я просто отспавнил мобов и вернулся. Но, в общем, мобы спавнятся и спавнятся, а мы их все убиваем и убиваем. И наша задача дойти до того самого места, где живет злой Гринч, из-за которого праздника нашего не будет. Санта, потому что вон, у него в той башне Гринча, вон. Мы уже видим отсюда башню Гринча, нужно быстрее бежать в его этот замок, я не знаю, что у него там, в принципе. Короче, этот Гринч совсем уже обнаглел, ребятки, погнали. Моб Слайер, achievement get, Моб Слайер, отлично. Так вот, мелкие побежали, мелкие. В прошлый раз на меня напал мелкий с мечом, вот это было с железным мечом, причем вот это была жесть. Он реально дофига бил, и я чуть не сдох. В этот раз, даже, знаете, нас даже меньше в этот раз, но все прошло достаточно успешно. Все плееры должны сюда прийти. Так, чуваки, давайте сюда все. Кого-то не хватает, одного плеера еще не хватает. То у нас там, где застрял чувак? Ладно, придется его подождать, походу. Вон, бежит, смотрите, лагает, набежит. Мы его потеряли. Все, бежим, да, к замку этого чувака. Waiting for players to finish. I see you found me fast. Ой, я смотрю, вы меня нашли быстро. Если вы хотите... Короче, спасти Санту, вы должны выполнить мои задания.
Опять убивать дельди монстров. Это не было, он, видимо, разные таски дает в случайном режиме. Здесь убивать монстров нужно. Я сейчас только что играл в режим, где нужно было монстров убивать с помощью лука. Ох, ну офигеть, ну мы как это должны втроем, то есть четвером защищать? Ну втроем, грубо говоря. Потому что... А, можно из лука, понял. И, а, это поинты дает. Нужно собрать какое-то определенное количество поинтов, что ли? Так, назад, 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 назад. Убиваем их, убиваем. Зомби плюс 7, отлично. Next wave, next wave. Нужно пока стрелы экономить. Стрелы, видимо, для каких-то крутых чуваков нужно оставлять. Отлично, поинты получил. Когда убиваешь кого-то, получаешь стрелу дополнительно. Вот так вот. Здесь за зомби можно получить стрелу дополнительно. Почему чувак пытается меня бить? Чувак пытается меня убивать. Что с ним не так? Ладно, вроде бы все неплохо получается. Так неплохо разбираюсь с чуваками. Но сейчас по центру опять появятся мобы. Поэтому опасно. Лучше отойти от центра, я так понимаю. Зачем чувак не тратит стрелы? Боже, ну с нами какой-то странный парень. Вот. Еще три поинта получил. Ой-ой-ой, опасно, знаете, нужно бы сделать вот так вот. Нужно по ведьме пострелять, мне кажется. Ну, я тут мало кого убил на этом вейве, тут пацаны поубивали в основном, но они красавчики. Пипер, остались, вот, еще слаймовый магма-куб, который нам поинты тоже даст. Да, магма-куб я тебя убью, получу за тебя стрелу. Вон там еще пацаны тоже какие-то стрелы за них можно получить. Поубивать их стрелы чисто с них пополучать. Отлично, тупо 6 стрел, это хорошо. Так, все, вспомнилась новая волна. Меня отравили, к сожалению. Поганые ведьмы. Ой-ой-ой, меня убили, у меня осталось 2 жизни. Офигеть, меня тупо зельями закидали ведьмы. По ведьмам, с ведьмами лучше, короче, не спорить. Их лучше издалека, знаете, так вот. Потихонечку, потихонечку. Издалека, еще и замедли. Ах, эти проклятые ведьмы. 10 секунд новой волны. Ты поганая ведьма. Ну-ка, иди сюда, иди сюда. Оп, хорошо, разобрался с них. Аж 5 секунд новой волны. А мы еще со старыми бобами не разобрались. Их сейчас будет реально дофига. Ифрита убил. Так. Ифрит — это опасная тема. С ними лучше не спорить. Так, оттолкнул крипера. Сейчас вот добиваю. Хорошо, ифрита. Ой, зомби, зомби, зомби. Почему я же по нему стрелял? Почему он не умер? Аккуратно, у меня очень мало жизни. У меня еще 2 жизни осталось. Я бы не хотел умереть здесь, если честно. 12 поинтов за ифрита дают, я понял. Так. 11 поинтов. 9 поинтов. Финал босс. Ой-ой-ой-ой, финал босс. Хорошо. Фига он быстрый. А чё, я один остался? Чуть не понял. Где мой тиммейт? А вон там еще мой тиммейт бегает. Давай-давай-давай-давай. Финал босс. Чё ты от него бегаешь? Бей его давай, бей его давай, бей. Почему я один его бью? Почему я только один его бью? Ладно, хорошо. В Солянова, так сказать. Солянова сейчас... Ой, все, респаун. Последняя жизнь мне осталась. Где мой тиммейт? Где мой тиммейт? Мы сейчас реально проиграем, лол. Это Перегенис, супер Перегенис. Где мой тиммейт? Он будет что-то делать? Судя по тому, что Виза будет стрелять, походу там что-то есть интересное для него. А, ну там Майнкрафт все-таки. Out of lives. О, ну что, я проиграл. Но мне ни тиммейт не помогал, на самом деле обидно, чуваки, видели? Я сам ему половину хп снес тому визору. Но за меня играли вообще нубасы какие-то, походу, это уже конец игры, да? На самом деле интересно, что он мне скажет, если мы проиграем, потому что я уже выигрывал. Я знаю, что будет в победной фразе, но что будет при поражении? Сейчас 2 секунды осталось, у нас будет поражение. Although they tried with all their might, the heroes they failed on this Christmas night, chances were fleeting to let Santa free to the next challenge they traveled to win a key. О, все-таки, слышите, есть следующий челлендж. Нам дали следующий челлендж. Я думал, мы уже проиграли, но нам даже дают, смотрите, шанс. Go. Паркур и найдите... Паркурите и найдите больше подарков. Презенс. Я не понял. Что нужно делать? Что нужно делать? Нужно паркурить куда-то и что-то искать, да? В этой вот задаче... А вот Ред нашел подарок. Хорошо. Нужно отнести куда-то его, да? Вот туда, да? То есть, а, походу, нужно искать подарки и относить их в какое-то определенное место. Хм. Понятно. А, и теперь паркурить их и отдавать. Ну, это вообще изи. Я думал, что-то будет сложнее, но тут вроде все просто. Так, Presence Deposit. Осталось всего 6 подарков собрать. Думаю, я даже соло это смогу сделать за 2,5 минуты. Но если, конечно, мой тиммейт, который единственный со мной остался, у нас осталось двое. У нас 2 человека, осталось всего 2.
Нас осталось, мы, думаю, справимся. Это что, другие чуваки ливнули? Капец, сложная игра, когда вдвоем. Хотя бы, здесь подарки, кажется, подсвечиваются через стену. Не, нет, это ник моего тиммейта. Нет, все-таки сложнее, чем я думал, потому что подарков здесь нужно их где-то искать. Они могут где-то спрятаны быть. Если мы этот эвент, короче, просрем, то это будет жестко, чуваки. Я, наверное, попробую еще раз начать каточку. Ну, будет две игры, скорее всего. Так, чувак, ищи подарки, ищи подарки. А он, походу, нашел какой-то подарок и уже несет его. Просто он не знает, куда его нести. Сегодня знать, куда его нести, это, конечно, проблемка, проблемка, да. Так, поднимаемся здесь наверх. О, еще один красный подарок, забираю. Хорошо, отлично, тут еще один красный подарок есть. В принципе, я знаю, где оба красных подарка. Ну, чувак, ну принеси хотя бы хоть парочку подарков, там хотя бы два каких-нибудь синих. Я эти два красных принесу. Все, он разобрался, кажется, он уже бежит. Что, интересно, какой он подарок несет, красный или синий? Все, он сдал какой-то подарок. А зеленый сдал. Красавчик, чувак, красавчик, ты сдал. Сдал подарок, чувак, ты сдал. Все, все, еще ищем, чувак. У нас минута осталась. Минута 15 секунд. Еще один красный я принесу. Нужно, чтобы он принес хотя бы еще один зеленый, один. Если он сейчас два принесет подарка, вот сейчас зеленый и синий. И я какой-нибудь синий еще принесу, либо зеленый, то все, это считай победа. Это реально победа. Мы сможем выиграть. Минута осталось времени, я знаю, где один красный. Я его донесу, это не проблемка. Чувак, пожалуйста, чувак, я надеюсь, что ты что-то делаешь, братан, братан, надеюсь, ты что-то делаешь, братка, братишка, давай, синий, где-то нашел зеленый подарок, но, скорее всего, зеленые подарки должны быть, надеюсь, он что-то ищет, надеюсь, этот парень что-то ищет, потому что времени остается 45 секунд. Так, все, красные коллекты, нужно синие и зеленые. Так, быстрее, 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 красный, здесь желтый, а, желтый не нужны, вот зеленый здесь. А где синий, вот в синий дом, пойду в синий дом, давай зеленый забирай, чувак, я в синий дом пойду, в синем доме должны быть синие подарки. Нашел синий подарок. Я просто не сразу разобрался, что нужно делать. Тупо-тупанул. Тупо-тупанул. Давай, чувак, неси зеленый подарок. Возможно, я успею. Нет, я не успею, скорее всего, туда-сюда пробежаться. Я поначалу так тупил. Он даже не несет подарок, чувак. В чем твоя проблема? Я не сразу понял, что нужно делать здесь. И не понял, что по крышам дома распределяются. Так, ну все, да. К сожалению, я проиграл здесь, чуваки. Но я видел, сколько подарков принес. Мой чувак всего один. Вот если бы мой чувак побольше бы принес подарков, то это был бы другой разговор, соответственно. Но тут опять фейл. Мне кажется, Санта, прости. Санта still jailed. Оу, ноу, Санта still jailed, Санта. О, не, еще рейс, рейс, хорошо, давай. Давай. Красный остановиться. А, ну понятно. Чувак, видимо, не знает, что ему нужно делать. Это стандартная фигня. Чекпоинт нашел. Стоп. Все, останавливаемся. Зеленая, побежали. Ой-ой-ой, как так-то? Я же там остановился. Вот я так вот так же остановился, меня почему-то откинуло назад. Ну, бывает. У нас всего есть минута, чтобы добежать. Если бы мне перед чекпоинтом прямо заруинило, я бы вообще расстроился. Стоп. Ну все, 56, это простой мини-режим. Я, мне кажется, с подарками бы тоже соло бы даже справился, если бы сразу же понял, что нужно искать по крышам. Я просто бегал целую минуту, я не знал, как искать. Ну все, отлично, этот квест я выполнил. Че, Гринч? Не ожидал? Не ожидал, что я его выполню в Солянова, а? Не ожидал? Короче, в соло. Тупо в соло заточу эту карточку, чуваки. Ну-ка, конечно, еще какой-то парень с ником хакер 092009. Братан, пожалуйста, если будут какие-то командные режимы, пожалуйста, чувак, давай... Помогай мне, нужно... Сколько еще выиграть? Интересно, сколько нужно выиграть игр? Не знаю, need to win 0. Понял, Гринч, я начистил тебе рыло. Мой чувак до сих пор до первого чекпоинта. Я думал, что я смогу выиграть. Но нет, Гринч победил! Нет, ноу! Ладно, го, следующую катку. Надеюсь, сейчас за меня подутся нормальные тиммейты. Я никого не буду звать в этот раз с TeamSpeak, чтобы вы не писали, что вот, типа, чуваки там этот. Хотя, вообще, на самом деле, вам пофиг, мне кажется. Но можно будет позвать чуваков. Думаю, если во второй раз не тоже подутся какие-нибудь супер плохие тиммейты, то... Я же не знаю, в этот раз я даже победил. Я реально победил. Нужно было, видимо, не чтобы несколько. Нужно было, чтобы он тоже, наверное, прошел эту скоростную гоночку. Тогда бы нам засчитало победу. Ну ладно, давайте вторую каточку сыграем, так будет проще. Ну, сейчас уже будет вторая катка, я буду играть или за эльфиечку такую, знаете, и, наверное, скидну все эти вот приветствия и так далее, которые, ну, типа, рассказывают нам историю. Вообще обидно, когда ты играешь первую игру без записи, выиграешь ее, вторую игру на запись проигрываешь. Ладно, погнали. Что же в этот раз выберут мои тиммейты? Что же они выберут? Да я хочу Deadly Parkour в этот раз. Плиз, Deadly Parkour. Написать ее. Паркоур, пацаны, паркоур. Го, паркур. О, они выбирают паркур. Нет! Нет! О, yes, 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 yes. Let's hope they don't slip. Lava isn't too fun.
Lava isn't too fun. Нифига себе, он там прямо эти скороговорочки считает. Блин, прикольно. Ты нажимаешь на кнопочку, здесь что? А, чекпоинты есть, нифига себе. А, тогда все изи. Я думал, здесь типа, если ты умер, то все, конец игры. Тут можно спокойно бежать. А, почему я повелся на это дерьмо? Видели, я ждал, думал, она сейчас исчезнет. Думаю, ладно, может, не исчезнет уже. Блин, капец, это меня развели, конечно, жестко. Так, хорошо, ждем, 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 ждем. Все, чекпоинт рич. Так, здесь голова появляется и исчезает, да? Или здесь можно и так перепрыгнуть? Да, можно и так перепрыгнуть. Все, кто-то уже прошел. Да и кто-то уже проходил паркур. А, ну все, он достаточно быстрый. Телепорт you in 12 секунд. Не переживайте, я сам дойду. Я, конечно, долго его проходил, на самом деле, но... Ладно, ничего страшного, даже один раз сдох. Но на самом деле, это был супер легкий паркур. Deadly паркур! Нифига себе, мне тут чанки не прогрузились, но ничего страшного. Два плеера. Отлично, мы добежали, все, давайте начинать. Нужно выйти и зайти туда снова, это баг такой. Нет, 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 давай, давай, ну Гринч. О, это я уже вам показывал. Так, все, какой-то у нас танк с Village Fire. The Village is on fire, use of water cannon. Так, как здесь? А, вот воду надо, наверное, прыгать, да? Да, видите, все, у нас появляется вода. Танк воды набирается. О, меня откинуло, и теперь, походу, должен тушить, да? Да, походу, тебе надо тушить. Ну, тут все просто достаточно. Простой режим. Оп, хоп, тушим, тушим, чтобы пожар не разрастался. Пожар-то разрастается, я так понимаю. Так, тушим. Тушим, я сказал. Нифига себе. Я столько воды потратил на этот огонь, и он не потух. Так, еще больше. Нам надо 5 минут дали, вы что, издеваетесь? Да я это в Солянова за 5 минут бы, наверное, бы сделал. Ты в Солянова, нас тут столько чек, но на 5 минут дали, вы представляете? Они, наверное, думают, что мы вообще нубы. Ну, блин, после моей прошлой катки думают. Блин, вот если этот забаганный огонь никак не убирается, то это плохо, конечно. Все, все, я смог, я очаг огня уничтожил. Так, все, давай, давай, тут еще огонек. Все, хорошо, за стороны вообще больше ничего не горит. Так, у меня еще 10% танка, давайте я попробую вот так вот ее закинуть. Отлично, все, у нас нулевой танк, у нас 21 файр остался. Ну все, это изи, знаете, тупо потушил... Изи потушил пожар, грубо говоря, с пацанами. They did it! Success in their eyes! They were one step closer to collecting their prize. Один ключ мы получили, отлично. Он радуется такой, типа, да, прайс, ну, отлично. Так, а здесь что нужно делать? Копия забил Snowman, and currently you can. Ага, я понял. Нужно запоминать, когда штука сделана. Или уже строить. Вот так вот. Ага, я просто не сразу понял, что нужно делать. Здесь нужно такую вот штуку делать, хорошо. И потом так вот хоп-хоп. Хоп-хоп, хоп-хоп. Я просто думал, нужно дождаться, пока разрешат строить. Но, оказывается, можно было просто начинать строить. Needed to win 4. Нужно, чтобы 4 чека это сделали. Сделал раз, два, три. Мы 3 чека сделали. Давай, чувак, доделывай. Да, отлично. Еще один чувак у нас есть нормальный. Он, ну, тот чувак бы не доделал. И тот чувак бы не доделал. Ну ладно, у нас 4 чувака молодцы. У нас есть, короче, 3 чувака в моей команде, которые... 2 чувака, которые прям вообще молодцы. И один чувак, который практически молодец. Но этот чувак... Нет, не молодец. И вон те 2 чувака бесполезничи. Хотя вот этот сейчас тоже финиширует, мне кажется, если будет. Ну, он, конечно, супер медленный, но... У него может получиться. И этот тоже в итоге финиширует. Ну да, но если бы это был какой-то спидбилдер, этот спидбилдер сыграл, в принципе, знаю, как это делается. Вот даже чувак, кстати, финишировал. А этот где ошибся? А, я не поставил здесь 2 ледышки. 2 ледышки, братан. Еще вторую ледышку давай. Вот здесь, вот. Давай. Все, красавчик, финишировал. Ну все, за это мы тоже получаем ключ, и походу это будет победа. Не знаю, сколько там нужно ключей получить, чтобы победа была. Вроде 2 ключа, чтобы победа была. Нам дается 3 игры, типа одно право на ошибку у нас есть. Я так понимаю. Success, they had done it. They had gotten all the keys. All the keys, да, успел все ключи. One more trick up his sleeves. Но он все равно даст еще какое-то задание. Еще одно будет задание какое-то. Но у нас есть 2 ключа. Бонус на челлендж. А, это опять этот бонус на челлендж. Давайте попробуем этот раз выполнить. Хочу этот раз выполнить. То, что из-за чего в прошлый раз заруинились. Нужно в этот раз сейчас выполнить стопудово. Прям стопудово нужно это выполнить в этот раз.
Я прям очень сильно хочу этот челлендж выполнить, потому что в тот раз у меня просто союзники попались, дурачки. Которые тупо подохли, хотя визора вообще изи было убить. А теперь за меня вроде нормальные пацаны играют, и шанс убить у нас есть. 5 секунд to next wave. Команд, 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 команд. Сейчас здесь будет. О, все, заспавнилось. Тупо валим. Но в этот раз меня играют пацаны, которые вроде бы, ну, более-менее. То есть я вижу, что они умеют строить, умеют паркурить. То есть, как минимум, ровно 2 человека в этой команде нормальные. Нормальные, адекватные чуваки, которые умеют играть в Майнкрафт. Научились за эти долгие годы играть в эту замечательную игру. Отлично, забрал, забрал. Закрытил стрелу, закрытил стрелу. Так, стоим здесь. Блин, не успел закрытить. О, магу, магу Бенда сразу убивать. Их вообще изи убивать. Это тупо фарм стрел. Кто-то, кстати, умер. Кто-то, если такое, такое сказал чувак, значит кто-то умер. Так, 3 поинта забрал крипера этого, хорошо. У меня уже 14 стрел, короче, стрелы нужно копить, я это понял. Wave 3 complete, next wave starting. Что там за следующей волны, дайте 3, опять 5, 4, 3, 2, 1, и появляются эфриты, да? А, нет, ведьму, сначала ведьму, все забываю. Так, хорошо, ведьму завалил, магму, чуваки валят. Ведьма. Минус ведьма, и минус еще одна ведьма сейчас будет. Хорошо, и минус эта вот бабка ведьма. Она успеет что-то кинуть, да? Нет, не успела. Кто-то что-то успела кинуть. Отравление в меня кинула поганая ведьма. Все, всех ведьм завалили, отлично. Сейчас у нас появятся эфритики, эфритики, эфритики. 5 секунд. Эфриты, у вас эфриты... А что за них так мало дают? С прошлых эфритов по 10 давали. Так, эфритов сразу же валим. Кто еще раз у нас умер, слышали, там он сказал, упс, my bad, значит, кто у нас умер. Ну, это ничего страшного, просто валим овов. Я не знаю, зачем, кстати, мы поинты фармим. Вот это вот мне еще тогда показалось странным, типа, зачем мы их фармим, если, типа, что они дают, интересно. Ну, плюс 6 поинтов дополнительно еще. Сейчас у нас уже будет визор-босс, да? Визор-босс и еще одна волна. Вот я не помню, еще одна волна, либо визор-босс. Хм. Не, вот сейчас, туда сейчас Blaze, а потом уже визор-босс будет, походу. Так, валим тебе этих чуваков. С них вроде по 6, по 9 дают, ну по-разному, да? Ну да, не валим, хвалим. Я, конечно, лук и стрелу не тратил. Хотя вот сейчас нужно было уже тратить, на самом деле, чтобы тупо подфармить побольше очков. Потому что за визора, я так понимаю, визором из лука не постреляем нормально. Так, 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 тут все стреляют. Все, а, нет, еще одна волна. Ну, у меня 26 стрел, теперь могу спокойненько вот так вот расстреливать их. Главное не умереть, конечно, пока стреляешь. У меня слишком много стрел накопил за это время, поэтому могу ими теперь разбрасываться, как хочу. Все равно, в визора, я так понимаю, можно и без стрел спокойно убивать, его можно тупо забить мечом. Все, ну, у меня еще 9 стрел остается, на всякий случай, чтобы на визора. Если же сейчас визор, да? Али нет, currently 6, wave info, значит, все-таки 7-я волна, это визор, да? Да, ой-ой-ой, сразу же меня начинает стрелять, опасно. И тут, кстати, стрелы уже даются, пока мы с ним. По нему можно, я так понимаю, стрелять. А это сложнее. Да, пацаны, видите, его мечами забивают, потому что они шарят, что нужно мечами забивать. Так, давай, 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 мечами его, мечами, пацаны, мечами, мечами. Душим, 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 душим. Душим, пацана, душим, пацана, душим, пацана. Вот, видите, вот теперь мы заметим этого палец, который действительно... Все, victory! You saved Santa! Yes, Santa! Good game, Santa! Yes, 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 yes! Come on! The Grinch was stunned. His game complete. Мы спасли Санту. Со второго раза. Ну, нормально, пойдет. Санта, поздравляю тебя, Санта, ты спасен. Музычка такая играет. Ее, кайф, спасли Санту, чуваки, он прям боги. Юху, фейерверк. Все, кайф, Санта спасен. Thank you so much for being our guest. Они, видите, в виде стежков это все сделали, это прикольно сделано, на самом деле, красавчики, вот High MC, заморачиваются, делают, молодцы. Круто звучит, thank, что там, ultimate, member, parkour, amethyst, and the master, you, guide, 47 extra tokens. Короче, вот я и еще 2 чувака какие-то, или 3 чувака, которые прямо экстра-экстра сыграли, они красавчики, прямо говорят, ну, вот, я и еще какие-то пацаны. Красава, красиво, красиво, красиво. Ну что ж, дорогие друзья, в принципе, это все. Вот такой вот у нас был сегодня Christmas Quest. Ну, я бы не сказал, что это лучший мини-режим про Новый год или какой-то прям крутой мини-режим, который можно много раз поиграть. Ну, на разочек, на 2 хватит. Я сыграл 3 игры, мне, если честно, уже поднадоело. Ну,
Сделано, конечно, очень качественно. Просто они не сделали здесь какой-то соревновательный элемент, либо хардкорный элемент. Вот если бы они сделали хардкорный, либо соревновательный элемент, то этот мини-режим можно было залипать 24 на 7. Так он только на пару раз, реально, больше. Не, ну, не больше. Но в целом это достаточно интересный, прикольный мини-гейм. Мне, в принципе, понравилось, и вам тоже советую сыграть. Если вы не играли, если вы только смотрели, зайдите, поиграйте на HMC после меня, думаю, вам будет интересно. Вот, ну а на этом все. С вами был я, Дамастер. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки.